Вон вы видите? Это вообще обнаглевший. Не, у меня тут уже гнездо где-то построили. Тебе можешь покушать вынести? А? Ну-ка иди сюда. Ты мой, а не соседский. Побежал. Кому кроликов дать на развод? Маленькие, шустрые, быстрые, разводятся сами. Я покажу машину ночью, потому что она у меня уезжает на север, на экспедицию. Это вполне возможно, что когда последний раз я ее вижу. У нее есть Rock Lights, все заводское, все от Рубикона идет. Спереди невозможно стоять, просто ослепляет. Сегодня очень-очень грустный день. Дождь, туман, сыро, осень. А все потому, что уезжает мой джип. Приехали люди с севера. Им нужна машина надежная, для экспедиции, подготовленная. Они долго искали, что купить. И... знакомые им посоветовали посмотреть машину у меня, так как я недавно подготовил ее для трейлов. Она полностью трейл-рейтед. Всякие плюшки поставлены. Резина, подвеска, новые амортизаторы, везде все есть. И машина уезжает завтра. А мне грустно. Тачка суперская, классная, хорошая. Правда, по расходу бензина, ну, в городе доходило до 18-22 литров. А если нажимать на педальку до пола и ездить как бы агрессивной манере, ну и все 30, 32, 35. Но это была очень такая веселая машина для нашей семьи, для меня. Ну, вот, гонять я не люблю, я уже не в том возрасте. До этого у меня были спортивные машины. А это класс такой. Выехать, костер пожечь, с собакой прогуляться, проехать туда, где не проедут другие люди. Очень жалко мне это все отдавать. Здесь много как бы того, что я сам делал. Даже вот эти вот лайтс. Прикольно мне, они нравятся очень. Включаются они с помощью ремоут кнопки. Снизу подсветка есть, но я ночью показывал уже. А вообще машина у нас использовалась на компанию. То есть мы занимаемся предоставлением услуг на дороге. То есть если вы поломались, машина заглохла. У нас есть тоу-траки, тягачи. Мы делаем легкий сервис. Мы открываем машины, закрываем, режем ключи, программируем, меняем колеса, заводим. Открываем детей из машины, поверьте, это часто случается. Вот. Также установлены строб лайтс на машине. То есть машина нередко у нас идет как chase vehicle. Если нужно где-то на большой дороге закрыть движение, то есть мы ее используем в качестве чего-то яркого, моргающего. И она нам помогает. Так что машина уезжает, плачут небеса. Ну, я думаю, что я расскажу вам про мой новый, другой проект. Это тоже будет джип, это тоже будет Wrangler. Но все постепенно.